Макс, что ты делаешь? Распечатываю. Это понятно. Что ты распечатываешь? Ножевой блок Андис. А что ты решил его поменять? Просто так, для профилактики. Для профилактики. Поржавел. Ты же там вчера ржавый, почему ржавый, спрашивал? Да. Вот он, например, никогда не смазывался, никогда не чистился спиртом. У тебя зуб где-то откололся, ты говоришь. Ну да, уронила девочка. Вот он, с левой стороны, я вижу, да. Я вас приветствую. Проходите, присаживайтесь, минутку. Да, давай поменяем ее. Что для этого нужно? Отвертка. Фигурная отвертка. На плюсик. На плюсик, да. Два болтика откручиваем. Неплохо, неплохо ты чистишь. Одну секунду. Да, вот новый ножевой блок. Вот так оно выглядит. Будешь регулировать высоту? А я думаю, не стоит заморачиваться. И так сойдет. Я понял. Так, просто вставляем обратно и прикручиваем два болта. Чпум. Да? Да. Красота. Ну и тут важно подтянуть, но не затягивать. Чтобы не сорвать? Нет, для того, чтобы просто выставить ровно нож, чтобы он был на машинке ровно. Это не регулировка, это просто ножевой блок регулируется отдельно от машинки. По корпусу, чтобы да, он ровно да, был. Да, 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 да. Смазывать будешь снова ножом? Не знаю. Не люблю смазывать машинки. Не любишь? Почему? Сухой любишь работать? Ну да. И вот тут Мират уже затерлась. Покажи. Стерлись это... ножи, стерлись. Что с ножами? Это что за тюнинг? Такая красота, какая роскошь. Машалла, машалла. Было, было, было. Вон, смотри, смотри сколько. Где? Будешь крабить? И что? Его надо вообще-то почистить. Мираб, ну две стрижки сделал, испачкался нож. Ну что мне? Будешь оставлять? Все, готово. Спасибо. Всем рекомендую Мираба.